Всем привет! Не выходила в эфир, потому что я типа заболела. Я думаю, по моему красному носу это типа заметно. В общем, не знаю, я когда стояла, в общем, за помощью от ООН, я, видимо, простыла, потому что все люди были в куртках. Я пошла в майке, потому что с утра было тепло. Короче, я уже второй или третий день болею, пью фервекс. В общем, думала накрасить, честно говоря, для видео, но решила, что не буду. В общем, девочки, мне приехало две вот таких вот больших посылки от моей подписчицы из Лондона, Кейт. И сейчас она мне отправила, короче, кучу-кучу своей одежды. Она мне сбрасывала фотографии. В общем, мы очень здорово провели время. А сейчас я вам покажу, что же мне приехало. Вот маляж. Оказался схожий вкус в одежде. Поэтому я вообще просто сейчас в диком предвкушении. Тут немножко обуви и одежды для меня. В общем, все как бы очень-очень прикольно. Поэтому давайте вместе с вами распаковывать. В общем, за что я большое спасибо передаю привет из Польши. Девочки, распаковываем посылку. В общем, из Британии у меня посылочка. В общем, первая эта курточка из Зары у меня точно такая же или очень-очень похожая дома. Ох, посмотрите, какая она классная. Короче, в общем, моя подписчица Катя, так же, как и я, любит Зару, поэтому здесь будет очень-очень много одежды из Зары. Вообще, типа, отличная курточка, мне она очень-очень уже нравится. В общем, в Польше достаточно часто бывает холодно. Вот бирочка Зары. А, вот, поэтому она мне пригодится. Девочки, дальше вот эти, я помню, спортивные штаны. Боже мой, они даже с бирками, я даже этого не видела. А, тут очень много у нее новых вещей с бирочками. В общем, это спортивные штаны Puma. Вот, вот такие вот яркие. Боже мой, все крутые, неоновые. С собакой гулять или просто с каким-то топом летом носить. Боже мой, как мне нравятся вот эти вот. Посмотрите. Очень-очень красивые. Ну, короче, я бы сама такие купила, конечно. Очень мне нравятся. И тут вот такая вставочка серенькая, неоновая. Вообще здорово. В общем, буду носить с удовольствием. Короче, девочки, дальше с вами продолжаем. Следующее, это вот такие вот шортики. Я не знаю, что это за бренд, у нас такого... А, это топ-шоп, но у нас такого уже давным-давно нет. Вот, вот такие вот летние шортики, или можно на улицу, конечно, коротковатые, но такие больше для отпуска, да, в городе, конечно, в таких не походишь, но можно дома носить, они тоже, видите, новенькие, с бирочкой, очень мне нравится. Так, дальше, о, я помню, это кофточка, это тоже Zara, ну, такая, можно в ней на работу сходить, или... Просто под что-то такое вот. Но она тоненькая, трикотажная, видите? Очень-очень красивая, беленькая. Ну, вот как футболочка, только трикотажная. НДВ с вот такими вот объемными рукавами. Ну, короче, она вот тут вот растягивается. Вот. И здесь вот, видите, такие рукавчики прозрачные. Мне нравится. Ну, такая парадно-выходная. Я такие вот с объемными рукавами. Это вот такие вот терракотовые брючки. Но вообще на работу будет, мне кажется, вообще просто супер здорово. Потому что у меня здесь, понятное дело, мы так ехали в спортивных костюмах. Здесь на... Ну, они такие свободные. Вот. Здесь... На работу ходить, не знаю, на собеседование, мне кажется, самое, ну, бренд River Islands, и здесь такой вот очень приятный материал. Боже мой, так она все красиво упаковала, в общем, Кейт, спасибо. В общем, следующая рубашка, это у нас Hugo Boss. Мне никогда ничего не было от этого бренда, не знаю, у нас в Киеве это супер дорогой, конечно, бренд. А, в общем, вот такая вот маечка, ну, вообще супер, на лето. Мне кажется, ну, с новым цветом волос как раз-таки к лицу будет. В общем, девочки, я прям безумно-безумно счастлива. Сейчас вам попытаюсь все показать, чтобы у вас, ну, короче, чтобы видео, типа, сильно не затягивать. Так, следующее, что у нас, это вот такая вот легенькая туника из Зары. Я люблю, ну, типа, туника-там рубашка, вот что-то такое. Я такое очень люблю летом носить. Не знаю, на море можно такое носить. В общем, конечно, море мне в этом году не светит, но мне кажется, смотрится вообще очень классно. По летним я люблю такие принты. Это тоже Zara.
Оно такое вот шелковое. В общем, я буду с большим удовольствием носить. Тем более, сейчас зеленый, вот такие вот с черным, очень популярный принт. Так, девочки, смотрим дальше, смотрим дальше. Я прям в восторге. Боже мой, у меня столько, столько новых вещей теперь будет. Буду все с большим удовольствием носить. Так, о, я помню, это такая льняная блузочка. Это тоже Zara. Такая, знаете, сверху накинуть и носить. Она такого неонового цвета и сделана в форме кимоно. А нет, не в форме кимоно, она сделана в форме такой накидки. Я почему-то подумала, что она в форме кимоно. Вот, такая легкая льняная. Сейчас еще, конечно, у нас вот я буду курточку носить, вот какие-то штанишки. Сейчас у нас еще холодно, но летом это вообще здорово накинуть. И там снизу шорты или что-то такое вообще. Не жарко и очень-очень хорошо. Да, бирочка у нас тоже Zara. В общем, сейчас начнется, короче, срач в комментариях, как мне всегда обычно, когда я говорю, что, знаете, мне нравится Zara, всегда начинается, короче, что ты в той Zara нашла? Ну, короче, вы знаете, девочки. Так, следующая маечка, тоже Zara. Посмотрите, какая милая, тут он hello. Вообще здорово, я на лето белой майки с удовольствием буду носить. Так, следующее, боже мой, так, все, девочки, посмотрите, смотрите, как мне красиво все четенько упаковала моя подписчица, очень все так аккуратно вообще. Следующее, это Massimo Dutti, вот такая вот очень тоненькая катоновая маечка, вот с какой-то зиночкой изображена. Очень, вообще, ну все вещи, ну вот просто новые, девочки, мне так повезло с вами. Так, следующее, это мне очень-очень сильно понравились, это спортивные штаны, такие вот в современном стиле, Nike, Just Do It тут написано. В общем, да, они на лето, они очень тоненькие такие здесь, вот, и отлично и с собакой гулять. И просто, знаете, с каким-то укороченным топом носить и с кроссовками. Мне прям очень-очень нравится, с большим удовольствием. Прям сегодня в них пойду гулять с собакой. Так, дальше, дальше, дальше. Дальше это вот такие вот шорты на высокой талии. Вот, это тоже такое, знаете, что-то типа casual. Или что-то такое. Так, что это за бренд? Я не знаю, что это за бренд. Никогда не слышала. Вот. Но они такие очень плотные. В целом, если с белой вот такой вот майкой, оно очень стильно будет смотреться. Я с большим удовольствием буду носить. Так, следующее. Я просто теперь даже не знаю, где мне все это хранить. Следующее у нас там пошли вещи. Пошли вещи. Так, девочки, дальше меня ждет куча-куча новинок из Zara. Так, показываю. Это, я помню, это были вообще прекрасные розовые штаны. Я когда их увидела, я поняла, что я сошла с ума. Это, знаете, такие легкие шелковые штаны в пижамном стиле на лето из Zara. Единственное, что у меня тут, слава богу, есть от предыдущей владелицы квартиры утюг. То есть их нужно будет отгладить, и они такие вот широкого покроя штаны. В общем, летом гулять с белой майкой, допустим, или с чем-то зеленым будет очень красиво. Поэтому я вообще их буду. Да, тоже Zara. Вот. Тут бирочки, как бы все. Ну, тут очень много. Боже мой, так повезло, девочки, с вами. Так повезло с моей подписчицей. В общем, с большим удовольствием буду носить эти штанишки. Вот, летом, тем более сейчас уже тепло приближается. Следующее, это вот такая вот кофточка. Тоже из Zara, укороченная, оранжевого такого морковного цвета. В общем, я буду тоже с большим удовольствием носить. Но она такая больше, конечно, деловая. Но я летом очень часто мерзну. Когда мне надо, знаете, там вечером или что-то еще. В общем, отличная кофточка, чтобы одеть. Девочки, дальше мы переходим к самому интересному. Это леггинсы. Леггинсы спортивные Adidas. Тоже можно с собакой гулять. Можно ходить, ну, просто спортом заниматься. Вот. И, конечно, красивая, знаете, одежда. Она мотивирует. Очень здорово. Очень здоровские такие классические леггинсы Adidas.
Девочки, боже, мне так приятно. Девочки, боже, мне так приятно вообще получать такую вообще суперскую посылку. Так, дальше. А, дальше, я помню, это такой вот типа спортивный топ. Так, сейчас пойму, с какой стороны тут зад. Ага, зад с этой стороны. Это к лосинам, такой коротенький. В общем, чтобы заниматься спортом, очень мне нравится. Вообще тут сзади, смотрите, такая сеточка полупрозрачная. В общем, вообще очень здорово будет смотреться вместе со всем. Так, следующее, это тоже леггинсы, но только такие более, я так поняла, коротенькие. А, тоже Adidas, черные, но они такие потеплее, конечно. Хотя, может быть, это мне кажется, потому что вообще в целом все вот эти спортивные, знаете, одежды, спортивные леггинсы, мне кажется, сначала теплыми. Может быть, вот как раз сейчас, да, на текущую погоду. Вот, я так поняла, что они немножко ниже колена заканчиваются. Очень классные, буду носить. Боже, у меня теперь столько спортивных, столько спортивной одежды. Так, следующее вам показываю. Девочки, это кожаная юбка. Да, я помню, мы вместе выбирали. Не знаю, подойдет она мне или нет. Надо все, конечно же, мерить. Но она вот такого вот классического прямого покроя. Это тоже бирочка. В общем, такая классическая юбка-карандаш. Тоже очень здорово. Я, кстати, когда ну, в салоне красоты, я всегда очень люблю в кожаных леггинсах работать или что-то еще. Потому что оттуда всегда отлично там краска, знаете, отлипает или что-то такое. Так, дальше, 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 дальше. Боже мой, я помню, мы вместе тоже выбирали с моей подписчицей эту кофточку из Зары. Вот. Она такая с открытой спиной на лето. Тут как раз-таки, ну, типа, есть чем комбинировать. В общем, такая трикотажная. Я думаю, вы поняли, да? Открытая спинка. И вот тут вот вокруг горла она вообще все весит, девочки. Ну, не то, что состояние новое, а супер новое, как будто с магазина. Дальше, дальше, следующая у меня вот такая вот кофточка, маечка, тут видите, блестяшечки такие есть, на лето тоже здорово будет очень. Так, а это что у нас? А, это я помню, это маечка с такой вот золотой надписью Tommy, Tommy Icon, вот. Тоже новое, летом, вообще беленькое, здорово. Осталось придумать, с чем носить. Так, следующее, это вот такой вот жилет из Зары. Вот, беленький. Вот я, кстати, до сих пор еще не придумала, с чем можно носить жилет. И, может быть, вы мне подскажете. Ну, он тоже очень красивый. Ну, или можно просто как майку летом, наверное, носить. А следующая майка, я помню, она мне очень понравилась. У меня никогда ничего не было от Карла Лагерфельда. Вот такая вот маечка, черненькая. Смотрите, тут все так переливается. Очень прикольная. У нас тут Тика Макси Карл Лагерфельд в Польше продается. Очень много маечек. Ну, очень классная. Так, следующая. Это тоже майка, помню, Зары, но я помню, что она, по-моему, из мужской коллекции. В общем, такая вот розовая, ведь яркая, тут что-то пруфен. Что-то на, наверное, французском написано или на немецком, не знаю. Очень тоже прикольно. Так, и сейчас я вам покажу уже обувь. Дальше вам показываю, это вот такие вот супер моднявые кроссы из Nike. Видите, здесь такой вот как сеточка они сделаны, сейчас покажу. Вон, видите, моя рука видна. Вот, отличные вообще, здоровские, с удовольствием их буду носить. То есть это не просто какая-то, видите, коллекция Nike, такие они больше как фантазийные. Тут, вон, видите, какие-то такие тут эти штучки сделаны, вот. Ну, мне прям очень-очень нравится, с большим удовольствием буду носить. Девочки, следующие супер кроссовочки, это вот такие вот, смотрите, аджики, очень красивого серого цвета. С большим удовольствием буду носить. У меня 39-40 размер. Следующее, это вот такие вот кожаные босоножечки. Это 40 размер. В общем, на лето здоровски. У меня очень подобные в Киеве были. Так что я с большим удовольствием буду носить. Вау!
Смотрите, сколько всего для Евика положила. Да, мы подписчики, тоже есть собачка. Посмотрите, какие это сладости для собачек. Спасибо огромное. Вон собака уже фоготала съесть. Огромное спасибо. Ну, куда ты сразу их даешь? Ну что, заслужил ребенок. Заслужил разве ребенок? Заслужил. Это съестное или это просто как пожелать? Это съестное, смотри. Это как хот-дог. Оп, собака берет. Все, сейчас понесет. Котам, потом под кровать, да? Потом это все в волосах будет. Ух ты, вкусно. Она сейчас думает, что мы ее отберем. Ева, мы сами тебе дали. Неужели ты думаешь, что мы сами отберем? Класс. Боже, а смотри, как реальный худох. Ева. Ух ты, боже мой, красотка. Боже мой, спасибо класс, большое. Смотри, сколько это, блин, большое, огромное просто спасибо. Прям вот от такие, души. Такие вот души. Сладости. Смотри. Это какие-то такие, как эти, да? Да, хот-доги. Как хот-доги. Так это как реальный хот-дог. Я тут смотрю, там как тесто. И такие палочки. Я в восторге буду. Так, спасибо большое. Боже мой, растянем на полгода. Нет! Да. Нет! Спасибо, да. Посмотри, сколько. Счастливо? Да. Спасибо большое. Спасибо. Да, большое спасибо, да. И вот такие. Это тоже мне. Это на полгода, Ерико. Нет, спасибо. Это на полгода, нет. Спасибо. Очень классно. Да. Спасибо большое. Такие всякие косточки интересные. Спасибо. В общем, сейчас будем переходить к другой части. Я уже тут, видите, в кроссовочках. Очень-очень удобные такие. Классные, летние. Можно даже без носков носить. Такого никогда не видела. Он прячется постоянно на под кровать со своими снеками. И смотрите, что происходит, если к ней заглянуть. Умничка такая. Бешеная. Она думает, что мы у нее заберем. Сейчас сюда полезем в эту дырку и будем забирать ее хот-дог. Рычит. Мы переходим к плавно ко второй коробке, потому что мне представили. В общем, моя подписчица отправила столько одежды, что тут аж две коробки. В общем, это вот такие вот сапожки, ботфорты. Это уже, ну, тут больше такое потеплее. Одежда, Tommy, джинсы вообще новые. Посмотрите, кожаные. Очень классные, с большим удовольствием буду носить. Мне вообще очень нравится обувь Tommy Hilfiger. В общем, с большим удовольствием буду носить. Тут у нас и пришел. Девочки, короче, я вообще, я в таком восторге. Боже мой, спасибо большое моей подписчице. Кейт, следующая, это вот такая вот дубленочка. Это вот, ну, на осень, наверное, вот она не очень тепленькая будет. Но вот как раз-таки на осень, это бренд River Island. Вот такая вот коричневая, ну, вот классическая дубленочка. И тут вот есть еще пуговки такие золотые. Очень прикольно будет смотреться. Так, показываю вам, что тут дальше еще есть. В общем, у меня столько радости, счастья. Дальше. Следующее, это вот такая вот толстовка. Теплая от Adidas. В общем, она такая, знаете, как махровая немножечко. Но ее можно, в принципе, и летом вечером носить. Очень прикольная. Так, дальше. Боже мой, я не знаю, что это. Я уже не помню, что я заказала. Так, следующее. Это... А, я помню, это костюм Армани. Спортивный костюмчик. Такой Армани, ну, можно дома носить, можно просто куда-то гулять. Армани Экчендж. И вот такие вот штаны. Смотрите, тут Армани. Только надо короткую майку одевать, чтобы все как бы видели. В общем, да, но они тоже такие ближе как бы на осень, они такие как трикотажные. Вот, с удовольствием буду носить их. Ну, джоггеры. Это уже на меня с пола какая-то шерсть. И дальше, боже мой, это то, как бы, что я бы вообще просто, мне очень понравился этот пиджак. Это пиджак Zara, видите, с вешалкой. Новенький, красный, мне он очень нравится сейчас. Насколько я помню, вот когда была здесь в Заре, то эти пиджаки, они висят. Очень красивый.
Вообще, просто ко всему такой вот твидовый. Я думаю, что те девчонки, которые ходили в Зару, они все видели эти пиджаки. Мне он очень нравится. Боже мой, спасибо большое за вешалку. Так, спасибо. Боже мой, я вообще просто растрогана. Я вообще в таком счастье. Так, следующее. Это вот такой вот пальто-костюмчик. Так, сейчас я достану его. Это тоже Zara, размер M. Это такой вот пиджак длинный. Вот, мне очень нравится. Можно с кожаными леггинсами, можно с какими-то брюками. Мне нравится, вообще прикольный. Вот, но я, правда, не придумала, с чем еще носить. Вот, наверное, с чем-то однотонным, наверное. Как думаете, девочки? Или просто с джинсами? С джинсами, мне кажется, синими будет очень здорово смотреться. Итак. И последний тоже пиджак из Зары. Так, пиджак из Зары. Ну, такой вот он тоже, да, ближе, наверное, на 8, потому что сейчас я вам покажу, девочки. Вот такой пиджак-рубашка. Вот такая вот она коричневая. Видите, тут поясочек. Мне кажется, тоже очень здорово будет смотреться. В общем, девочки, я прям безумно благодарна. Спасибо всем, кто вот откликнулся. В общем, спасибо моей подписчице Кейт. В общем, я в диком восторге. Все вещи классные, крутые. Вообще очень похожи на мой вкус. Буду обязательно с большим удовольствием носить. Наконец-то мне есть какая-то, знаете, casual одежда. Вот, поэтому я просто вообще в восторге. Вся в вещах и... Короче, мне кажется, это отличный старт для новой жизни. Поэтому вот, всем спасибо, кто был со мной. Спасибо еще раз моим подписчицам. И, в общем, до новых встреч. Подписывайтесь на меня.